Ну, во-первых, Сергей Кужугетович, вы меня неправильно поняли, когда я... Как прочитал, так и понял. Если вы проанализировали бы телевидение, то вы бы увидели, что вас показывают только на похоронах, только обнимающих вдов и, скажем, около обломков какого-то самолета. Ни одного спасенного рядом с вами я за все время не видел по телевидению. Поэтому, извините, это вот так вот складывается. Вот. И у миллионов людей также, кстати, такое впечатление. А вопрос такой. А вы не чувствуете, что вот за этими странными серией поджогов в разных регионах, именно детских учреждений, может скрываться какая-то запланированная провокация, может быть, политического характера, может быть, она связана с вашей вовлеченностью в политику личной. Кто-то хочет показать, что в стране не так хорошо, как вот последние 3 года,